Добрый день, друзья. Сегодня запишу коротенькое видео. Проблемка. Вот у нас телефон такой, iPhone 4S, 16-гиговый, беленький, хорошенький айфончик. Новая прошивка iOS 7. Все работает прекрасно. Ну вот, обнаружилась проблемка. Довольно-таки неприятная. Снимал я тут видео на этот iPhone. А для этого прошивка еще была 6.1.3. Для этого я просто сделал авиарежим. Для того, чтобы никто не звонил. Спокойно себе сделал 15-минутное видео. Выключил авиарежим, попытался просмотреть это видео на устройстве iPhone, и звука не оказалось. Все манипуляции, проверки настроек, шаманские выкрики возле типа «пик-пик-пик» не помогли. Звука нет, и все тут. Звук телефона есть. Мелодия вызова. Все остальное просто не существует. Ни звука смс, ни звука набора клавиатуры, номера, ни звука там блокировки экрана. Никаких звуков больше нету. Просто даже ползунка нету. Вот, вот смотрите. Ползунок, то есть вот звонок есть, вот я громкость увеличиваю, уменьшаю, а ползунка под звоночком, под этим колокольчиком нету. Прошился не раз на новый iOS 7 через сохранением параметров, через восстановление с резервной копии, без восстановления с резервной копии, с одного компьютера, с другого компьютера, на разных операционных системах, без разницы. Все та же самая проблема. Вот теперь вот так вот. У нас вот нижний трей выдвигается. А звука нету, ползунка. Вот такая вот беда. Почитал в интернете, залез на форумы. Оказывается, очень многие на разных прошивках, на разных девайсах, от 3 до 5 айфона, одна и та же проблема. Пропадает звук, и все. Кто-то грешит на разъем наушников. Говорит, что нужно туда дуть, вставлять, вынимать наушники. Ну, такие вот шаманские методы разные там в интернете есть. Вставил типа наушники, включи видео, зажимай клавиатуру, кнопки громкости вверх-вниз, и в это время вытаскивай наушники, и звук у тебя появится. Нет, ничего не помогает. Кто-то грешит на разъем ток-станции. Разъем зарядного гнезда по-русски. Спиртом, щеткой зубной. Я это все проделывал. Тер. Есть такое подозрение, что реально, да, разъем док-станции. Проблема в нем. Но я все зачистил, и зубочисткой, и зубной щеткой, и со спиртом. Без спирта. Дул. Грел, гнул, без разницы, ничего не помогает. На время, вот-вот, если он полежит, ну, часик примерно, и сделать резкое, нажать на центральную кнопку, и без разблокировки экрана поднять нижний трей, он, видите, оп, и пропал. Вот такая вот. Обычно это сбой программного обеспечения, так бы подумать. Но все манипуляции по прошивке я уже сделал. Больше делать не хочу. Но такая ситуация расстраивает. Заказал я новенький разъем ток-станции. Буду менять. Потом сделаю видео. Помогло ли? Не помогло.
Пожалуйста, если кто сталкивался в своей практике с такой проблемой, напишитесь в комментариях, что, как делали, помогло, не помогло. Вот кто-то звонит. Я извиняюсь всем. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пишите комментарии. Звоните в Skype. Вступайте в группу. Подписывайтесь на мой канал.